Мать, жену мою Клавдею, вместе скоро 20 лет. Для меня любовь затея, для нее постыдный бред. Ей до секса дела нету, ей бы шмоток полон дом. А я слышал про минеты, да не знаю, что почем. Наш завод акционерный, то есть все давно продал. Вот и я вагон фанеры как-то вечером урвал. Объявление дал в газете, дескать, индивидуал продает валютный смете дефицитный материал. В общем, выручил я баксы за фанеру, за мою. Мне к жене моей податься, дескать, все равно пробью. Но под действием рекламы эротических трусов я поехал за путаны, для престижа взяв таксо. Шеф довез меня до точки, показал троих девах. Ой, вы лакомы кусочки, мне б не дрейфить в ППХ. Выбрал я одну потолще, и поехали мы к ней. Не узнала б только теща об затее об моей. Девка жалилась дороге на судьбинушку свою, на детишек в Таганроге, на разбитую семью. Ну и я куда деваться, пожалела. Просто странный мы народ. Вот не склеилось с минетом, но зато